Да, банда сегодня четкая. Так, сегодня серьезный коллектив. 37-е триподоры, смотрите, какие красивые. УАЗы. Дастер даже есть. Привет. Дастер. Бородач есть. Без унимога. 80-ку починили. Бородач! Бородач! Какой красивый! Так, привет! Меня в эту машину пересаживаем? Как хочешь. Привет! Ёханый если... баба, я уже начал забывать твое лицо. Ты приезжай чаще. Если тебе Мазай разрешит сесть. Что? А что, он перехватил уже? Да, он уже со мной приехал. Да ну ладно! Да, понял, хайпиться решил. Так, тут что-то сегодня лидирует 80-ки. Октавия. Октавия тоже с нами или нет? Ты с бородачом сегодня попутал, кто в какой машине едет. Я ему колбаску взял. Два бородач. Тем, кто едет в Луазе, должна быть такая колбаска обязательно с собой. На тебе это. Прогресс растет, но с паштетом. Повесишь. Так это паштет. А, это паштет. Того не было. Пашенька, так а на какой ты машине приехал? Так ну не гони. Хайпиться решил, да? Нет. Понял, что у него говно, да? Они позвали. Сам ты говно. Да, Михалыч, зарядили тут. Слышишь, так а где кулек бородача с едой? Есть? Вот там где-то. Посмотрите, тут линолеум. Вообще просто шикарное. Все утеплено. Все продумано до мелочей. Блин, нормальный аппарат вообще. Морда его свалит. Тихо, вон приехали эти. Так коробка хорошо работает, когда без кулисы напрямую. Блин, тут запчастей мне подкинули. Неожиданно. Это ты засеял? У меня ремень такой есть, еще новый. Давай, все, давай. Надо тебе? Да. Веталь, смотри, меня уже затарили запчастями на желтенький. Да, нормальная тема. Да. Лопаты, говорит, ты видел, как сделано? Я давно видел. Так ты сама лопату, ты посмотри на эту деревяшку. Это немцы отступали и забыли эту ручку. Да. Хромого немца отобрали. Знаешь, открытие капота. Да ну не рассказывай. Это цеплять, чтобы там поднять. Это ж капоту прикручено. Нет. Что, это насквозь? Это капот прикручен. Да ну что ты рассказываешь? Вон, смотри, этот самый там гайка. О. Охренеть вообще! Не, ну тут ребята серьезные, конечно. Да Илон Маск, он вообще лох, он отдыхает. Лох, я закручу. Футбол серьезный такой. Ну да. Внутри все алюминиевое просто. Тут машина серьезная. Это слышишь, Миша, это же это с мерсовским мотором, да? Мотор 606 турбо. Турбо? 1,9 ТДЕ. Блин. Слышишь, оглушитель зачем? Сразу глушит? Это не глушитель, а накопитель. Да, глушитель, я же вижу, из чего он сделан. Самогонный аппарат. Давление турбины поднялось. Да? Лучше стало? Нержавейка. Если она раньше была 1,2, а сейчас 1,6. Слышь, а тут намучено. Какое крепление генератора. Да. Так а что-то там ломалось, да? Не выдерживало. Коробки, раздатки. Этот мотор не могли переварить. Что-то кто-то говорил мне, я не помню. Или то один раз? Да, коробка поломалась, просто оборотов не выдержала. Тойотовская. Кофлянец обрезал, Димо. И то мы доехали с ходу. А где второй аккумулятор? Нет, зачем? Вот это вы на вот этом аккумуляторе таком едете? Но... От Матиза? Да. Блин, а как начинали, слышишь? Вчера смотрел видео и плакал, как ты на лянче гонял, блин. Связать. Видел, что я бородачу взял? Ты по шпецам плакал? Угу. Виллис. Что-то Виллис троит просто. Троит? Вообще же. Ну пошли, троит. Поможешь починить. А кто дверь у тебя? Смотри, уже там барсеточники нырнули, наверное. Они не умеют. Помнили, обязательно... Свечи что, не так и не купили, да, японские? Не купил. Боюсь, что калийное число не то, но уже... А не, ну подберем, чего. Видели, как на этом самом, на фесте выдергивали УАЗик чем-то?
И трос был вообще длинный, я не знаю, там метров, наверное, 20. Два троса сцепили. И разорвалось. Да, и от УАЗа отлетело. Да, ну там динамика, по-моему, буксировочный был. Короче, и прилетело. По-моему, Toyota стояла. Вообще она там за УАЗиком. Слышишь, а это? Это тоже шакал? Да, да? Белый. Свозят запчасти люди мне. Бородач, а как он влазит туда? Два раза складывается. Потом его заносят. Знаешь, как конвесу, а сейчас соскочит, мне кажется. Ты поедешь в УАЗе или соскакиваешь? Соскакивает уже. Подожди, я тебя сфотографирую, пока ты красивый утром. Подожди, подожди. Подожди, там мне запчасти привезли. Да. Смотри, ёханый бабай. Спасибо. Блин, вот это крутяк. Смотри, лошара. Видишь, люди, блин, обо мне думают. Тебе на УНИМО хоть раз кто-то привез что-нибудь? Убираешь везде. А что это такое, Руслан? Набор это, прокладок на мотор. У тебя месячные прокладки нужны. Это самое. Виллис подремонтировали. Ёханый бабай. А Лесь там не стой, ноги оторвет. Я стреляю. Так а что ты думал? Человек привез подвон, где-то свечи привез ему? Свечи? Откручивай, нет. Откручивай давай, помоги хоть раз хоть кому-то. Давай. Давай. Давай я буду крутить. Руслан, не позорьте меня. Чего? Лет больше, чем Руслану. Там колечко осталось. Да насколько там оно больше, не намного. Настолько не живут. Не намного больше. Это ты еще молодой. Бородач молод как никогда сегодня. Руслан, не ждите меня, если что, я догоню. Не-не, мы тебя не оставим здесь. Тут места глухие, окраина. Оставайся, Руслан. Это? Еще две осталось. Не, надо купить. Тут два часа осталось. Давай сейчас. Начнет. Тут где-то Интеркарс недалеко, сейчас заедем Денса возьмем, ну, давай новые. Таких не бывает. Бывает, чего не бывает. Денса все делает, ну конечно. Да тут а надо делает по калильному числу подогнать. Ну то ребята уже с недели. По сегодня диаметру. 18. По такая как Ford Sierra, Ford Scorpio. Смотри на трассу и увидишь Скорпио, останавливай. Курва. Меня все равно. Саня, меняешь. Помогай, у тебя же похожая первого, машина. Второй, мне, чтобы свечи достать, знаешь, сколько надо процедур сделать? С одной стороны, даже коллектор снять выпускной. Да? Оставь себе. Мы возьмем там, где не надо. С одной стороны, не помню, слева или справа, чтобы снять свечи, надо коллектор снять. Ну, есть такие V6 сказочные. Бородач уже как Алан Чумак гадает, где искра. Кашпировский ты наш. Помоги Виллису, бородач. Блин, ты в профиль на Буншу похож. Ты Виллис садился, курва? Повернись, ты в профиль на Буншу похож. Блин, чуть-чуть садись. Бороду покрасить и по... Виллис, да. Сейчас Михалыч долбанет током, и он на крыше Нивы приземлится. Быстрые манипуляции со свечами не помогают. Бородач, да. Ты бы помог, ты же разбираешься в машине. Последняя попытка. Дын-дын-дын-дын. Смотрите, заработает, можно ехать. Мы же быстро не выйдем. Больше 120. Да, да, да. А потом вторая, да? Так, ну давайте, Филипп, да? Да, все, Сергей. В Виллисе хочешь ехать? Нет. Там есть место, если слышу. Руслан, карантин, что ты утворяешь, надо ходить. Садись назад, подожди, я сниму. Я Женя поеду. Да, да. Бородач. Слышь, дай ключ на 13, я дверь сниму, чтобы его лучше видно было. Не, рации нету. Нет. Блин, бородач в УАЗе. Поехали. Это экшен. Ёханый бабай. Надо, блин, убегать.
Белая Нива, белая Нива. Ой, коврик тут у тебя хороший. Полетели. Так, Руслан, ты, короче, будешь штурманить. Штурманить некому. Давай штурманить, нам надо ехать. Едь за кем-то и не потеряешься. Посмотри, слышишь, эти джимники стали приезжать. Короче, у нас самый крутой клуб вообще, да, уже? Ветер. Еду, еду. А что, ты подрезаешь всех? Так а ты только дорогу знаешь или кто? Ну да. Смотри, какая у нас колонна шикарнючая вообще. Джимни. За один этот джимник можно 18 нив купить, да? Не, брошу 8 где-то, 18-то я загнул. Так, тут вся банда наша. Ну, колонну уже не видно, к сожалению. Блин, чей-то рюкзак торчит, бля. А, это мой. Это он борется с рацией. Ушастый, смотрите, какой красавец. Блин, можно ему... Ёлки-палки. Да, в хорошем состоянии. Крутяк. Что тут только не увидишь в этом прекрасном городе. Давайте тихонько сменим канал. Что говорит? Сменим канал, давай тихонько. Так, ну что, это наша дамба слева. И тут же электростанция, да, вот справа Днепр. Слева Киевское водохранилище за этим забором. Сейчас будет видно. Шлюзовались мы тут как-то в детстве с папой. И не раз. На прогрессе четвертом. И туда аж практически в Беларусь. Ходили. Отдыхали там летом. Нижние жиры, верхние жиры, кто знает, наверное. Теремцы там еще есть. Как раз там где-то граница рядом с Белоруссией. Блин, какие там места шикарные. Ну, это все до Чернобыля было, друзья. Потом вот. Ого, водохранилище. Стоит лед полностью. Вот оно, Киевское бескрайнее. Там Толокунь дальше. Впереди, слева. Да. Все левее водохранилище. Направо на Десну. Вот тут раздваивается дорога. Раздвояется, правильно, да, говорит? Ветер. Неизвестно. Я не специалист по языкам. Нет? Сколько ты языков знаешь? Я 4. 4 знаешь? Да. Со словарем? Нет. А как? Ну как? Ну как вы в Танзании. Да? Что? Примерно так же? Ну, с бедуинами же там хавали шашлык. Да. Ну, это с этими. Мы Вова нашел, как с ними. Не, мы шашлык хавали с бушменами. Их когда-то давно выселили, ну вот как Сталин переселял людей тоже, и также бушмена выселили, но это не он, но по похожем стиле переселили их с родных насиженных мест в Танзанию. И там они уже осели, и вот мы с ними. Кто не смотрел, кстати, видео называется «Ни слова на языке друг друга», посмотрите, шикарное кино. Ничего не постановочное, то есть все в реале, то есть такое вы по телевизору не увидите. Там несколько серий, как мы просто к людям заломились, на пальцах объяснили, что... Как надо убить козу? Не, как они сами умеют, что мы хотим шашлычок пожарить. Объяснили на пальцах, они нас поняли, напоили их хреновухой. Была контрабанда и привезена с Украины хреновуха. В общем, там всего 49 серий про Танзанию, не так-то и много, можно и посмотреть. А что вы ездили в Танзанию? Там оффроуд какой-то был? Ну, конечно. Был оффроуд. А есть вообще видео с Танзании с оффроуда? 49 серий. Да, есть англичанина. 49 серий? Англичанина мы спасли. Он застрял в оффроуде, а мы его спасли. 49 серий. Это почти как это про самое... Танзанию. Рабыня Изаура почти, да? Да нет, не Рабыня Изаура. А как там назывался сериал, который 7 лет снимали? Этот... забыл. Семья Адам? Не, не Адамс. Ну, хотя они от Адамса особо не отличались. Нет, еще был там Санта-Барбара, ты имеешь в виду? Да, да. Он имел в виду Санта-Барбара. Он был. Я вспоминал. Персонаж похожий на Пушкина, только седой этот. Леонсио.
Не, Леонтьева это в рабыне из-за ауди. Сися Кэпфо, он прикинулся, что у него ноги отказали. Я не смотрел. Они его кололи иголкой в пятки. Это ты жжешь. Нет, так это реально, я помню, такое было. Это не шутка, это по сценарию. Ну да, а он устал, короче, работать. Думает, на пенсии хоть отдохну. Говорит, ходить не могу. Они ему на нычку давай под ногти загонять иголки. Это что, все, я выключаю камеру, мне страшно уже реально. У меня аж ноги сводить начало. Так, Олег поехал по альтернативному маршруту. Олег поехал. Блин, красиво. Олег, по идее, поехал по альтернативному маршруту. На замок. Внутренняя наклейка такая вдоль. Как красиво тут. Вы так вот были в курсе, там проезда нету, пацаны. Я же вас весь друга, сказали вести вас, я вас повел. Кто кого, кто право пойдет. Тупик мы разворачиваем. Зато всех машин посмотрим, смотри, как много. Как много красивых автомобилей. Виллис. 70-ки, джимники, все тут. Нам надо было колонну снять, правильно? Ну да. Нам надо бы... Че, разворачиваемся, поехали за колонну. Вперед и там разворачивайтесь, там большая площадка. Нам надо было колонну снять, все нормально, мы проехали. Да. Концепция меняется. Друзья, вернулись на трассу с альтернативного маршрута. Ну. Сейчас тут Михалыч нас ждет. Он тут все деревья знает. О, вот хорошее. Тут нормальное место. Тут была движуха когда-то. Правильный заезд. А как же тут дастеры проедут сейчас? А как тут дастеры проедут? Классный день. Детская площадка. А это гореет или просто ездит между сосками? Бородач глумится. Пашенька, как ты там в Луазе? Как ты, друг? Тяжело тебе, наверное. Руслан, ты на качели покачаешь. Ничего. На качели уже хочет меня катать. Сами не знаем, где нас шукать, а ты у нас спрашиваешь, где мы находимся.